привет, ребята! И сегодня мы наконец-то повеселимся, потому что у моей подруги день рождения! Мы дружим уже 7 лет, и скажите, классно! А идем мы в квест-комнату. А тему квеста я вам расскажу немножко попозже, и подарок у нас уже есть. Как я уже сказала, подарок у нас уже есть, и сейчас мы пойдем за шариками. Стоп! Никуда мы не войдем, пока вы не подпишетесь. Подписались? Тогда пошли! А где слайм? А где слайм? Это слайм? Да. Это не слайм. Это кранчи слайм. Это не слайм. А теперь рассказываем правила. Недавно я работала в крупной банковской сфере, и меня оттуда догадались уволить. Перед тем, как меня уволить, они ввели систему Vision. Вас закрывают в комнате, и посредством отгадывания различных загадок вы должны оттуда выбраться. Вопросы ко мне есть? Нет. Так. Вот эта вот черная сумочка вам поможет для ограбления банка. Туда вам, пожалуйста, деньги. Нужно сложить только деньги. Потом их проще сбыть. Все готовы? Да. Теперь можете проходить. Дарья, я не могу сорвать совещание, поэтому я должен уехать. Вернусь через час с полицией. Проследите, чтобы никто из них не смог выбраться. Вижу, выпусти меня и блокируй входную дверь. Да, я поняла. Мы искали эти загадки и отгадки, даже играли в приставку. Играть же хочется? Да. О! Идем. Спанчбоб. Белуба. Еще искали, искали. А зачем эти штуки? Шеф, все пропало! Это Аркадий. Это уже было. Он сюда выйдет. Что это за картина там? Подождите, что это за зеркало?
Здорово! А вот магнит закрыт. Мам, еще одна штучка от кассы. Отлично. Пожалуйста. Повезло. Мы вместо одного квеста получили два квеста. Гарри Поттер и Узник Азкабана. Это был второй квест. Азкабан. Избежать вместе с крестным Гарри Поттера. Побежали! Вам туда нельзя, потому что это тайна. После двух квестов мы очень захотели кушать, и мы, конечно, заслужили вкусности. Пахнет вкусно. Happy birthday! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока!